Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о кофе, которое мы пьем в Италии. Я вообще не сильно большой любитель кофе, но мой муж итальянец, он очень любит кофе эспрессо. Мы пользуемся вот такой вот кофеваркой для капсул фирмы Крупс. Вот здесь есть две кнопочки, видите, вот эта кнопочка большая, это для большой чашки, а это для маленькой. Так, как же она работает? Вот такие вот капсулы. Вот мы ставим их вот в такие штучки. Вот видите, вот в таких оно продается, вот в таких блоках по 10 капсул. Есть разное кофе такое в капсулах. Вот у нас осталась арабика, но есть такое же покрепче. Арабика с пенкой, оно вкусное. Вот есть такое зеленые капсулы, они более крепкие, так скажем, и меньше пенки. Ну, я предпочитаю вот эти вот. Желтенькие, золотистые, они вкуснее, так скажем. Есть еще другие разные капсулы, но мы в основном покупаем вот такие. Что еще хочу сказать? Как работает эта кофеварка? Она очень проста и в использовании. Вот есть такой, видите, сзади есть, сейчас покажу ближе, вот такой контейнер, куда заливается вода. Секунду. Вот, заливается сюда вода, надеюсь, вам видно, вот, заполняется, так, затем, естественно, берем чашку, я обычно пью, называется эспрессо лунго по-итальянски, то есть кофе достаточно не сильно крепкий, вот капсула наша, вот мы ее вставляем вот сюда, так вот, видите? И кнопочка должна вот эта гореть. То есть, когда он выключен, она не горит. Когда вы нажимаете эту кнопочку, она мигает и останавливается. Когда останавливается, значит, достаточно нагрета вода для того, чтобы можно было готовить кофе. Ну и вот эта ручка вот такая вот. Мы вставили туда капсулу, видите, желтенькую. Теперь мы эту ручку опускаем вот так вот до конца. И нажимаем нашу кнопочку. Вот. И вот наше кофе практически уже с пылу с жару готовенькое. Еще я делаю часто кофе с молоком, с капучино. Вот у нас есть такой нагреватель для молока, видите, вот с крышечкой, вот сюда наливается молоко, здесь есть специальная кнопочка, нажимаете эту кнопочку, оно потихонечку начинает взбивать молоко до пенообразного состояния, то есть у вас получается практически капучино, и вы заливаете это молоко сверху кофе вашего. И получается очень вкусно. То есть такие вот очень удобные штуки. Вот мне они очень нравятся. Вот такие вот вроде простые, но очень удобные. Очень быстро нагревается, очень быстро делает пенку в течение минутки, где-то так, наверное. И кофе тоже очень удобное. Как бы кому как нравится, конечно. Но вот мы предпочитаем такую машинку. Многие делают в железных заварочных, специальные есть такие кофеварки, но это уже пройденный этап, в Италии мало уже кто пользуется ими. Вот, в основном такое все в капсулах, электрическое, все быстрое, итальянцы вообще любят все быстро. Ну вот, в принципе, все вот где-то вот в такой норме, да, кофе готово. Вот, а потом, значит, вот, видите, вот так оно падает. Вот оно собирается здесь, вот эти капсулы уже пустые, потом мы выбрасываем эти капсулы. Ну и в принципе все. Очень легко и в мытье, очень быстро сполоснул, тряпочкой прошел и все окей. Выбросил капсулы, то есть минимум работы. Вот так вот рассказала вам немножко про кофе. Кстати, советую всем такую машинку. Она стоит около 300 евро, что-то в этом роде. По-моему, мы ее покупали за какую-то такую цену. Но можно со скидками найти. Но очень удобная на самом деле. С
Все, всем пока. Спасибо за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите меня.